Я закрываю. Да, все, я оттуда вышел. Ну вот. А теперь еще включать опять новое не надо? Да я не знаю, как хотите. Ну вот так. Значит, сегодня у меня разговор был с типографией. В прошлом году осенью я говорил, когда с ними, то на 1000 экземпляров один том издать нужно было 346 тысяч. Запомни, ты вообще 346. А сейчас я говорю, ну-ка узнайте, что там есть. Может быть, мне тираж уменьшить надо на 100 экземпляров. Не 1000, а 100. Получается, каждая книжка 1500 только издательство. Я говорю, а что это у вас так? 4 раза за лето повысилось. А вот это разное, там все у них говорит, повысили, а мы за ними идем. В ущерб себе не будем этого. Пластины все покупать надо. Я разобрал, кто у них там за этими заведует. Ну, какая-то оцифровка там идет. Ну, клише, короче. И пошел к нему в город. Познакомился. Ну, завтра они между собой будут говорить, может, маленько что-то скостят. Я говорю, к осени подготовьтесь. У меня книги-то готовы, только фотовыводы надо сделать. Они были, их надо поискать где-то. Нет, это не издать, нет, это бесполезно. Это только где-то кто-то нашелся бы миллионер, ну, тогда бы вопрос другой. Я же для подарков это делаю-то. Даже 100. А чем меньше тираж, тем дороже один экземпляр. Тем дороже. Миллионеров-то полно, не знают люди, куда деньги девать, а на книжки жалко отдавать. Ну да. Миллионеров у нас, по крайней мере, много, очень много богатых людей. Ну вот есть они не для нас. Ну, люди как-то живут вот накопительством, вот этим, как говорится, находят в этом какой-то отдушину, вот именно накопительством. Вот и они смотрят на свои электронные счета, вот на эти нули, которые прибавляются, и этим утешаются. Да какое утешение он? Началось какая заваруха, и все отняли. Да еще и убьют. Я сегодня посмотрел, у меня в друзьях один из Турции, турок. Я говорю, ты в Анкаре-то узнай, примут нас там или нет в столице Турции. А то они рассердятся еще. Ну да, узнать в Азербайджане были. А с чем вы лучше Азербайджана-то? Ну пока ответа нету. Я по Турции тоже могу узнать, у меня там тоже есть знакомые. Да, там мы заезжать не будем. Нам надо проскочить ее и все. Мы в Грецию встречаемся, переезжаем в Италию. В Италии особых встреч как будто нету. Одна там была где-то засохла и не видать. Вот. Ну, помыкаемся маленько. Мне охота к папам попасть. Подарить им подарок. Думаю, удастся. А во Франции приглашают. Она говорит, у нас священник, но он говорит, француз, по-русски-то не понимает. Я говорю, а ты-то для чего? Ты переводить будешь. Но она-то решили собрать тебе русских. А мне интересно, в Англии сейчас сегодня получил вопрос. Отдельно первое, на первом месте встреча со священниками в Англии, отдельная. Я говорю, у меня так не принято, чтобы отдельно священники. Люди-то другие, чем они хуже? Им тоже послушать охота. Ну, я гость ваш, командовать не буду. Гость мученик, что поддадут, то и ешь. Говорят, а как с собакой-то будете? Где? Когда там? Я говорю, где? Я сплю с ней в салоне. А днем-то, днем один из нас может быть с ней. А то мы, говорят, в гостинице номер снимем, чтобы вам собака была где. В гостинице номер. Они не знают, что делают. В гостинице я даже днем-то не зайду туда. Я на улице ночую, у нас машина. Где-нибудь притулимся, да и все. Ну а вот
чего такое вот чувство смущает что-то, да? Вот люди, когда приглашают, допустим, почему отказываете? Ну, не могу. Как ну, это? Как? Ну, это должно как-то формулироваться, не могу вот это. Ну, не могу, это не мой стиль. Я не могу. Я-то все понимают. Ребята идут, ночуют в комнате, а я остаюсь. И в Грузии были везде, они и отдыхают. В Азербайджане, где были, а я из салона не вылажу, я с собакой. Нет, ну я тоже это понимаю, а люди вот многие не понимают. Ну а мне еще не понимают, да не понимают, проглотят. Я же ничего не отнимаю, никому не мешаю, в тягость никому. Ему ну какое как, дело, как да? Мешаю, люди обижаются, на людях обида остается. А на что обижаться-то? Обижаться не на что. Я сытый, обутый, обнятый, сухой, у меня все целое, подозрений никаких нет. А они обижаются, нашли причину. Обижаются, я машину отгоню в сторонку подальше, чтобы они меня не видели. Это что все-таки такое гостеприимство тоже у людей в крови есть, и, как говорится, гости. Гостя встретить его, как говорится, проводить по чину. Не надо не встречать, не провожать. Мне встреча нужна. Людей соберите, я говорю, с людьми. А это даже не вспомянется там. У нас все есть с собой. Ну, были там, где в Азербайджане, там арбузы. Арбуз был. Христос же давал даже такое вот назначение им, что с собой ничего не берите в дорогу, потому что вас будут встречать и будут обеспечивать всем. Мы с собой все возьмем, и картошки, и крупы. Мы остановились где-то были, в Болгарии. И там на остановке Макдональдс. Мы прижались так, нас и не видать ниоткуда. А с собой-то маленькая плитка. И плитка это с баллончиками. Мы тут же все сготовили, поели, собаку покормили. Я говорил, а там прибежал мальчишка, ну молоденький, совсем лет 15. Здесь нельзя. Ну мы еще говорим, нельзя. Можно, говорим, вот никому не мешаем. Он только ушел, а мы все пустые банки по 5 литров собрали, куча целая банок-то, и туда. Как они там забегали, да угодить стараются, да молоденькие девчонки там в этом... Ну, как забегаловка, это Макдональдс-то. А мальчишка тут уже не появляется. Они, наоборот, нас снабдили всем необходимым. Ну, а почему скудную такую пищу берете? Сил много тратите, надо и пищу такую богатую. Ну, достаточно для нас. Мы дорогой едем, у нас с собой ну, разные орешки там есть. Давайте, ребята, пожуем. То бывает курага. Курага, то сушеный виноград. Ну, у да, нас белок пища. Такой, белок нужен обязательно. Ну, то орехи грецкие. С собой бывает наберут сушки, там это у нас вместо обеда вода есть. Припиваемую. Да, орехи утоляют голод хорошо, я все знаю. Конечно, у нас еще эти орехи, кедровые зернышки. А то бывают семечки, одни зернышки. Ну, еще не знаю, наверное, не будет. Нет, мы хорошо питаемся. А когда мы где-то выезжаем, там рыбы купят ребята, уху сварим. А у меня решетка, и с собой листик называется противень. Я накрываю, печеную картошку сделаю. А мало того, берем с собой сливок, нам Игорь Барабаш даст. Мы довезем, мы там у хозяев спрячем. Мы 1,5 месяца с сливками еще питались. Надо мной смеялись, я свой пай собаке отдавал. Он приехал, ураган, блестит аж весь. Сережа пришел, а он дал с собой 2 мешка этих галушек, я называю, собачий корм. Специально продается в магазинах там. А я его сэкономил, раза в 4 меньше скормил. Я его с сухарями, с супом, сливок даю ему. Мы с ним так подружились, он от меня уходить не хочет. Сережа его учит, другой раз и ударит, там, а я за него заступаюсь. Ну так нельзя тоже. Я с матушкой смотрел, как вы этого кота-то белого своего моете. И точно так же, как вы на этого. Я говорю, смотри,
так же, как и ты, называет дядя Володя, а она тоже нашего, вот, папа, мама, дядя Володя. Котика помыть. Ну, закройте там. Зачем закрой? Ну, сейчас будем мыть тебя, давай. Да хороший котя у меня какой, а. Голову помоем. Ты в деревню приехал-то? С городской грязью-то. Ну, смотри, какой большой был, сделался тощий. Да. Ну, пойдем домой. Он у нас домой, дядя Володя, сопроводит. Там я на крючочек. Вот оно где, открывай. Ох, какой он, голубоглазый. Глянь, какие глаза у него. Банный день сегодня, суббота. Мы ничего не скрываем. Да люди спрашивают, мы говорим, смотри. Это не воровано, не хочешь не смотри. Да смотрят, десятки людей заходят. Не то, что заходят, а ждут. Ждут, мы показываем, какая наша жизнь. Вот у меня голуби, я показываю, как заболела, как ветеринар приходит. Вот как голубь, загоняю его в комнату, он идет, я его, голубь летающий за ней, как он ее любит-то. Люди-то никогда не видели. Я выставил снимки в Потеряевке, как теленок рождается, как у него появляется копытца, а Игорь там привязывает веревочкой, тянет. Наконец, голова появляется, вывалился, она его лижет, а женщину в первый раз видим, как рожает корова. Ну, это и с снимками, не видео даже. Людям интересно, почему тут ничего греховного нету. Почему не показать-то? Вот у нас был концерт, хороший, плохой, а он. Ну, таких, как есть за столом, какая беседа, люди какие. Мы даже дорогой едем, и дорогой снимаем что-то. А вот встречи-то, если будут там, ну, как намечается, так мы хорошие ролики привезем, очень хорошие. Ролики будут вообще, это будет супер-финал какой-то будет. Такого ну да, было. Тем более, это не в одном месте, люди разные, и они настороженные, попыта, но это все уходит. У меня снимки такие, сидят священники, и пришли они специально под меня подыскивать, интересно, уловить, что мы нарушаем где-то канон. А когда нигде ничего не нашлось, я им ответил, и сидим все трое, смеемся, все говорят, а у батюшек тоже бывают веселые минуты. Ну а почему нет-то? Они прям аж откинулся, хохочет, сидит. И там я был в Берсеневке, где говорю слово у отца Кирилла Сахарова-то. И там у него старший стоит, рот зажал, смеется. Ну, значит, смешно я сказал, что удивляться-то. Я же, если бы старообрядец был, как они понимают, этого бы не было. Надулся и все. У нас свободная, открытая жизнь. Хватает и юмора, и строгости, и слез. Смеяться, чтобы грохотать, га-га-га, такого не одобряется. Нет, ну радость, Господь сказал, радуйтесь, а радость всегда подразумевает улыбку-то. Да, радость благоразумная, тихая радость. Это Писание об этом говорит. Смех сурово осуждается, горе смеющимся ныне. Смеющимся, то есть грохочущим называется, га-га-га. А праведнику, говорит, свойственно кротко улыбнуться, а нечестивый в смехе обнажает зубы. Ну, давно было уже известно. Вот так. Если Господь-то благословит, и мы вернемся, мы тут с вами сразу начнем обработку делать в октябре. Люди уже сегодня спрашивают, предвкушают. Ну да. Ко мне сегодня заходит один кришнаид, какой-то руководящий роль, видно, ведет. Я у вас в друзьях был, а вы меня почему-то убрали. Хари Кришна. Думаю, Хари ты, Кришна, Хари. Да, Иисус Христос – это слуга у Кришны. Еще ему говорить, черный список занести. Ну, он такой и есть. Поврежденный умом. Я ничего не отвечаю. Он пройдет месяц, он опять залазит ко мне. Я бы мог его занести в черный список. Но он ни другой пакости-то не делает. А. Ну да, пока не делает пакости, пускай будет. Ну да, он заходит, что-то смотрит, и меня другой раз упрекает, а почему вы его допускаете? Ну а почему нет-то? Вот. Мы же не знаем, когда Господь пробьет источник воды. Если он заходит, сомнения, значит, какие-то ложат его сомнения. Мы не знаем, когда Господь коснется сердца человеческого.
А вы знаете ключик. Еще я не знаю. Я 100 раз говорю, не знаю. Просто я внутри себя чувствую потребность сказать об этом. Я сказал. Конечно, свидетельство какое? Вот я был сегодня. Он, да, до меня идеология не касается. Это вот дорого, это то другое, это такие деньги. Правильно, большие деньги. И 100 экземпляров, да это никто не будет. Это такая цена, золотая книга у вас будет. Ну, а больше, значит, не хватает. Я бы меньше 1000-то я не сдавал ни разу. Еще есть, то есть. Ну, еще, сейчас осталось меньше 2 недель нам быть. Я привез это в холодильник, 2 банки поставил для Сергея Козлова, Березовки. А вы законсервировали под крышку их, да? А не, она маленько подкиснет, никакого ничего нет. Ты, тебе если чуть-чуть соды можешь пустить. Ее качество никуда не удаляется. Батюшка дал со своих берез. Он посадил березки, они уже выросли. У меня сегодня ночь такая радостная была, что вот через Турцию-то у нас открылось. Это мне прям забота была. Я смотрю, кто как шел, где какие остановки, где какие дороги там из Польши до Болгарии, там обходить, опасности какие. И все люди пишут, я вчера долго занимался. И вдруг гречанка наша дает совет. Я говорю, ты подробнее узнай. А маленько, погоди, еще один, с другого места Греции, а друг с другом не связанные. Еще один, все трое, 3 свидетельства. Не надо никуда ездить. Открыта новая дорога через Турцию. Там такой порядок. Дороги хорошие. Ну и виза не нужна. Там проверят, запишут и все. Вот как вот, ну да, в Белоруссию вот здесь вот заезжаешь, в Казахстан, лишь бы паспорт был. Этот Ирак входит в таможенный союз, не слышали? То есть Ирак подписывает с нами, с Россией. То есть Ирак? Ой, Иран. Иран. Да почему нет? Сейчас там американцы в шоке вообще. То есть это получается, что мы Иран берем под свою опеку, торговые вот эти все у нас оружие будут поставлять туда. То есть какое угодно. До сих пор поставляли там какой-то, ну, это в смысле такое, продуктовые какие-то были договора, а теперь будет и оружие, и тяжелое оружие, и любое. Миротворца. Оружие будут снабжать. Да это оружие какое дают, и какую оно роль играет-то? Американцы на расстоянии там 300-700 километров долбанут ракетой, и все, навели и ударили. А оружие это только в пределах видимости, которое дают. Такого они дать-то не могут. Это стратегическое назначение. Земля-земля они не дадут. Земля-воздух еще могут дать. Это так только. Для своих, которые там мятежники поднимаются. Они снимают видео. Сейчас есть канал такой, называется Анна. Вот, и оттуда, и из Ирана прям на танках устанавливают видеокамеры и как бои ведутся. Вот у кого-то я тоже слышал, давно-давно уже слышал, что люди будут войну смотреть, вот эту мировую, в прямом эфире будут наблюдать. И пророков, и Илью, и Еноха будут в прямом эфире смотреть, и как казнить их будут в прямом эфире будут смотреть, и как возноситься будут, они будут видеть. То есть все, весь мир этот будет наблюдать. Те, которые сегодня легко отступают, они примут сразу его. И объяснят им, как надо, ничего особенного нет. Главное, в душе верь, защищайся чаще, чаще исповедуйся. Да, причем он же говорит, будет речи какие такие сладкие, что от них невозможно будет отказаться. У вас эти, которые осаждают, которые говорят, икону-то не рисуйте, так они еще успевают что-то сделать или нет? Ну а что делать, пустое все, пустые разговоры. А этот воскреш-то не появился? Да нету его что-то. Сколько я ему говорил, старался. Он исчез, его нигде нет. Может, он трудится над душой своей? Он трудится, он читает, он же мне сказал, что я буду сейчас посвящу время изучению Писания. Вот.
по отцам буду смотреть. Я могу вам даже показать сегодня, который был мужчина, и его послушать. Она у меня вот здесь вот. Называется вот папка. Вот я на пол выделил. Запоздалое раскаяние. Так немощно. Ну, посмотрите, посмотрите. Главное-то он говорил, что. А я потом говорил, это уже не так и важно. Я сегодня посмотрел кино здесь. «Змеиная яма» называется. «Змеиная яма». Как одна женщина, она в доме умалишенных была, и увидела, люди копошатся, как змеи в горшке там где-то в яме. И от чего это так анализирует хорошо. Так. Если посмотрите, у него этот сынишка Коля-то, ну, что-то с ним они не лают. Он куда-то забрел там какую-то секту, а теперь-то он пожелал. Этот нашел меня через Кураева, что я Кураева там заступился-то. Меня, говорит, это сильно тронуло. Я тогда давай на ваш форум и везде искать, что у вас еще есть. Люди как раз из-за Кураева-то, из-за чего пришли. Потому что они его любят, а заступаться никого нет. А я-то сказал, даже не заступался, а просто дал понять, что вы не правы. А он теперь, сын, что-то у него непонятно так, до конца не сказал. Отбился там и пил, наверное, так похоже. Вот. И он сыну говорит, я нашел того, кто тебе может помочь. На меня называют. Я говорю, а что вы так решили? Ну, вот так. Ну, я ему программу-то нарисовал, что делать-то. Молиться как и. И он на молитву становится, он сделался, говорит, как робот какой. Отец-то теперь уже другое боится, что он молится много. Молится много. Пацан, который где попало, шарился. А ему, пацан... ему 19 лет, да? Ну, это все, он тут говорит много, вот я, который выставил, можете посмотреть. Может быть, голос оживится все же. Нет, ну я там мало говорю. И он говорит, у нас кот, говорит, есть. Он говорит, на кота, чтобы кот ко мне, говорит, в комнату не заходил, я молюсь, говорит, а он тут шарится. Я, говорит, пришлось, уговаривал, Коля, Коля, бесполезное дело, пришлось соседке на месяц отдать кота. Я говорю, пусть оно вернет и примирится, потому что следующий шаг он тебе запретит, отец, заходить в комнату. Тут оно выборочно не бывает. А он-то не поверит, говорит, что так. Я говорю, ну давай выставим. Он вначале нет, а потом согласился. А кого согласился, когда он не получился ролик? Он не поверит сын-то. А сын, говорит, полностью мне доверяет. Ну вот тут такими людьми крутят, кто доверяет-то. А я наоборот его... Посылаю его сразу к батюшке в храм. Сходи, посмотри, спроси, поговори. К батюшкам отсылаю всех до одного. К тем самым батюшкам, которые меня долбят. Знаете, сейчас вот к поездке готовитесь. Может, на сон бы себе уделили бы времени? Не понял даже, что сказали. Ну, спать побольше хотя бы на часок. Да ладно. Да а что ж так себя изматывать? Это самое... А я не изматываю, просто ненапряженный простой разговор. А если противник сейчас будет сильный, я в полный рост поднимусь. Глаза спят. Ничего. Я слежу, все, смотрю, 23 минуты уже мы. Ну, какие вопросы новые были, нет? Да, я даже не знаю. Я тоже у меня такое... Я не разбираюсь иной раз, когда вечер, когда день. Значит, слава Богу. Если Господь благословит, ну, с завтрашнего дня начнем уже ждать, когда наш груз тронется с Барнаула. Загрузить надо. Предупредили всех людей. Человек хотя бы 8 пришло. Вот так. Ну там все подготовили по книге. Все, все подготовили, все. Отправляем. Теперь только надо получить паспорта, которые отдали в английское консульство, в Москву отослали. Если они вовремя не отдадут, вот это будет нам шорох. Об этом надо молиться. Уже я не забочусь, откроют, не откроют, это главное паспорта вернуть.
Ну а есть же, у них же сайты есть, нельзя там прослеживать, на какой стадии находится в данный момент. Ничего нет. А как она? Она их собрала все там в коробку, при нас было, отправили, и кто там следит за этим? Нет. Ничего не проследишь. Сейчас же вроде такая вот логика идет, что все открыто, все должно просматриваться, все видимо. Я слышал, но еще не получается. Я просто слова знаю, что есть такие. Как уж Бог даст. Отпускай меня, если ничего нету. Ну давайте, давайте так, а то мне даже там ждет на линии. Все тогда, с Богом. С Богом.